9 мая 2015 года бугульминцы почтят память погибших в Великой Отечественной войне у обновленного мемориала Вечной Славы. Неделю назад аллею героев закрыли на реставрацию. Фронт работы обширный, изменения претерпит и сам монумент. На данный момент получается отрыв сквера и самого мемориала. То есть мы его соединим, раскроем стеночку и обустроен там проход. В неудовлетворительном состоянии находятся бюсты героев Советского Союза, вылитые из гипса. Их решили изготовить заново. Эту работу будет выполнять скульптор из Бавлов, и вылиты они уже будут из бронзы. Обустройство существующих мемориалов, обустройство – это значит снятие старых покрытий и облицовка гранитом. Основное украшение памятного мемориала – самолет-кукурузник. Бомбардировщик П-2 в первозданном виде частично обшит фанерой. За 14 лет она уже прогнила, самолет тоже подлежит реконструкции. Но кто будет этим заниматься, пока неизвестно. К 70-летию победы в Великой Отечественной войне эти работы будут выполнены. Сейчас подрядная организация занимается укладкой брусчатки и спиливанием старых деревьев. И почти сразу же планируется приступить к установке ограждений.